Бодрячком! Бодрячком! Наше радио! Що розлюбила і виїжджаєш в Америку? Мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істерику. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю. Чуєш? Я тебе кохам, I love you, I love you. Ти їдеш в Штати, бо хочеш мати якесь нове увлечення. По гороскопу ти була раком, короче, сонця затмєніє. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю. Чуєш? Я тебе кохам, I love you, I love you. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю. Чуєш? Я тебе кохам, I love you, I love you. Боже, я влюбилась. Короче, Аня, I love с тобою you. Maybe. Я думав, ми вже розсталися. Ти блефувала, бо так хотіла, щоб ми з тобою розписалися. Да. Це на нашому радіо 3-4 рази. Я тебе кохам, I love you. Я тебе кохаю, я тебе люблю. Чуєш? Я тебе кохам, I love you, I love you. Воу! Я тебе кохам, I love you. Я тебе кохаю. Я тебя люблю, наше радио. Я тебя кохам, I love you, I love you. Только свидывание рака, рыба. Рыба. Вот так вот. Золотарыбка. Золотарыбка. Слушайте, ребята, ну прям аплодирую. И уже чуть это самые круги под майкой у меня не показались, понимаешь? Уже готова была и расстегнуть, потому что... Слушайте, и про любовь так поете. А про... Слушай, что ты там пел? Я кохаю, а... Я тебе кохам, I love you. Я тебе кохаю, я тебя люблю. Тобто чотири мови. Українська, польська, англійська. Украинская и российская. Ой, прям, знаете, ребята, насколько в тему. Потому что у нас еврословарь, наш еврословарь, мы же страна гостеприимная, Евро-2012. Продолжается. Да? Okay, okay. У нас куча гостей. И вот предлагаем тогда сыграть с нашими слушателями и по-польски что-нибудь им такое сказать, чтобы они выиграли футболку сборной нашей или мяч Евро-2012. Да? Магенович по-польску. Магенович по-польски. То есть, товарищи наши дорогие, если вы по-польски хоть что-то понимаете, срочно звоните 377-5591. Играем в Евро-словарь с группой Дзидзё. А пока вы звоните специально для наших гостей Филипп Киркоров. Зараз і поговоримо і фразу, да? Да, ось це зараз ми її поговоримо. Прошу пана, где могу приймить пшишниц? Алло? Варіант відповіді. Де можна купити ножку, де можна купити свічку від Володимирою і де можна прийняти душ? Володимир, ви звідти. 10.30 в стране Евро-2012, вот так вот, и в гостях у Бодрячков группа Дзидзё. Оле-оле, Дзидзё. Оле-оле. А Дзидзё, как выяснилось, вообще хлопцы из Новояворивска. Из Новояворивска, из Новояворивска. Из Новояворивска. В общем-то... Я копал из цирку. Земляки... Кузьма тоже ваш земляк? А як же? О, кузьминские, скрябинские земляки говорят по-польски. Вот, поэтому сейчас в нашем эфире появится Александр, наш слушатель из Киева, которому придется польский язык от Дзидзё все-таки понять, перевести на понятный русский и украинский. Алло, Саша, доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро. Саш, вы вообще каким-нибудь европейским языком владеете? Английский. Ага, прекрасно. Да. А по-польски были в Польше когда-нибудь? Был в Польше, так как я владею украинским языком, то это исключительно не две мовы, и они, в принципе...
Посмотрим, что у вас получится. Да, на нас Дидя уже свой польский тестировал. Я ничего не поняла. Александр, привет. Привіт, Олександр, дивись, запитання до тебе. Я зараз говорю на польський і три варіанти на українській відповіді. Добре? Так, добре. Питання. Прошу пана, де ноги приміч пшишніць? Ой, прошу пане, ти запрошуєш? Стоп, три варіанти дати, чи ти зараз сам? Сам мальнеш, і ще я тобі дам запрошення на завтра. А ну мальни сам, давай, попробуй. Будь лідером, перебивай мене. Ні, запрошую до ресторану, це ні. Ні, прошу пана, де можу приміч пшишніць? Пшишніць. Я вибачаю. Діді, давай три відповіді. Ні, давай я ліпше дам тобі. Так, три варіанти, давайте, Саша. Прошу пана, де можна купити ножпу? Другий варіант, де можна прийняти душ? І третій варіант, де можна купити свічку? Того, що туди? Сам. Хорошо, що не свічка. Саша. Саша, Дідя просто хотів помитися. Пшишніць це є душ. Слушайте, Олександр, на самом деле футболку сборной нашей вы не выиграли, но я думаю, что Дідя отдаст вам компакт-диск, вот на нем написано Дідя. Саша, я тобі даю компакт-диск і запрошення завтра в 20.00 в Біблос. Біблос, там буде презентація нового кліпу на пісню «Ха-ха-ха» без Лівчика Мила. О! Та там і диск. Ми зараз все розкажемо. Ми вам все розкажемо, Саша. А хорошо? Там в Біблосі будуть дівчата. Дівчата будуть. Зразу можеш там це, як воно. Так, я хочу... Загляти. І я от хочу все-таки Дідю ще одну пісню поставити вашу. Куда ты все время ставишь Дідю? А я нахожу Дідю вот и ставлю. Ну, нравится, весело. Песня называется «Ялта». «Ялта, женщина и я». Едем на ЮБК. А, это парню. Александр. На ресепшене, да? Да. Алло. Александр. Туда не лезь. Он, между прочим, с сюрпризом. А что за сюрприз? Сейчас что? В нем твою песню хлопцы забивают. Чковое настроение. А можно мне два? Это что мы горе заливаем с группой? Горе заливаем с группой. Кое-кто. Торговая марка «Щедрый дар». «Щедрый дар». «Здоровья дар». Ну, я думал, мы такие бодрячком, а здесь же такие бодрячком, чтобы, ну, именно бодрящие. Гости наши, группа Дзидзю, мы заливаем с ними горечь потери нашей сборной Украины. Которую... Слушай, евро теперь пусть платят, что Украина дальше не пойдет. Не, ну, наши пацаны мают талант, знаешь, гарно играть, а в конце програти. Слушай, ну там же ж был этот судья, у него судья, имя да. ВАД, ВАДА сплошная, ВАД. Понимаешь? ВАДА. Иштван ВАД. Я бы зараз, знаешь, что ему сделал? Зараз так, є молода картошка, да? Запхав ему в горло и так душив, что она аж зім'ялася на пюре. Да. Ну как-то высоко это кулинарно ты его так прямо пюре. Да. А потом Юлик бы ему таких шпицаків надавав, что он бы ходил, как той, ну погоди, волк підскакував. Ой, ну что тут? Денег пусть купит очки. Дідзю, Юлик и Лесик. Понимаете? Лесик ты Лесик. У Лесика гитара. Вот, он помалкивает, но... У Юлика самый богатый, у него айфон. Айфон. Это чтобы вы понимали, что пацаны модные и это высокотехничные. У нас машина, знаешь, как Кадиллак. Да ты что? Эскалейт, самый новый и номера Дзидзю. У нас даже песня про то есть. Я дивлюсь, там он Олесик вже взяв этот медіатор і б'ють по струнам. Давайте, ребята, споем. Цю пісню чи сама, що хочеш? Давай вже про Кадиллак. Кадиллак, так? Ну давай вже сказав. Итак, Кадиллак, группа Дзидзю. Там дуже просто, Аня і Сергій. Помагайте нам. Ва-о-о, ва-о-о. Три-чотири. Ва-о-о, ва-о-о. Я давним-давно хотів пересісти з «Жигулів» на великий «Кадиллак», до упора повний бак. Бог почув мої, сказав,
слова і сказав: ходи сюди, на ключі тобі тримай, і собі панти ганяй. Я тепер крутий чувак, маю чорний каділак, в мене дзідзо номера, помахай мені, папа. Я тепер крутий чувак, маю чорний каділак, в мене дзідзо номера, помахай мені, папа. Разом, Аня! Їду в місто і село, а на хвилях радіо, рану вечір і вночі крутяться мої пісні. Каділак не Жигулі, та дійсно мені за каналом повезло. Круто, о-о-о-о-о. Я тепер крутий чувак, маю чорний каділак, в мене дзідзе номера, помахай мені, папа. Я тепер крутий чувак, маю чорний каділак, в мене дзідзе номера, помахай мені, папа. Соло за Ані, Аня за Ані. Круто, ой, спасибо, ребята. Ну, я надеюсь, не только я подпевала, но и вся страна, которая слушает наше радио. А что ты, Галибин, смотришь на меня, как на дурочку? Я восхищен тобой. А, да. Аня весела, а Сергей самой за перемогой. Нет, он, знаешь, он переживает, думает, что-то парни веселые, я веселая, он переживает. Ревнуй тебя, Аня, ревнуй. Мы пришли, тут феромоны пускают. Ну, я знаю, что, например, к нашим, вот у нас сейчас дальше педиатр. Не медиатор, а педиатр. Педиатр. Евгений Олегович Комаровский. Вот к нему Галибин точно не ревнует. У вас, да. Кстати, у вас есть дети, дедушки, дидю? В мене це, знаешь, який анекдот. А чего ты сразу дети? Испугался? Сеял, но не жал. В общем, для тех и музыкантов, и не очень, у которых есть дети, жизнь по Комаровскому, да, на нашем радио. Мы хотим идти, а она все знает, я. О чем даже? Вот честно скажу, с утра, конечно, проснулись мы еще со слезами на глазах, потому что наши ребята вчера выбыли из Евро, но сейчас уже весело, потому что у нас гости дзидзю, веселые ребята, хоть и бородатые, но молодые. Вот это но молодые, меня как да. Женщина, да, меня это радует. Вот, и поют ребята прекрасно. И на гитаре играют. Прекрасно. Говорят, смеяться и до цього. Тож тако, я хочу зараз ще раз привітати і передати привіт нашому фан-клубу. Я їх дуже люблю, особисто кожного. Отож, фан-клуб ВКонтакте, дзідзю, я вас вітаю, люблю, переживаю за вас і звертаю увагу, що вам треба. Значить, ребята, которые сидят ВКонтакте и фанатеют от дзідзю, присоединяйтесь к группе нашего радио, мы обязательно разыграем диски с автографом дзідзю. Вот у нас тут уже их 10 штук. И даже есть приглосы на завтрашнюю презу. Так, завтра, 21 червня, в клубі «Біблюс» відбудеться презентація нового відеокліпу на пісню «Ха-ха-ха». Так само ми там будемо виступати. Хто не зможе прийти на 8 годину, буде онлайн-трансляція на каналі YouTube «Дзідзютуб». Отож, заходьте. Так, Франція підтримала «Дзідзю». А чи ти... Свідова, ти прийдеш в білій маєчці, прозрачно чи ні? Да, як заспівали хлопці, це без лівчика мала, а під майкою два круга. Чітко видно два круга. А, чітко видно два круга. Я туди теж прийду. Тобто я так розумію, дівчатам приходить. Сергій, кидай футбол дивитися, приходь до нас, там набагато цікавіше буде. Так, я поняла, що не переговорити цих ребят, а перепіть не буду. Перепіть, це ще можна попробувати, а от перепіть, звісно, ні. Ну, ребятки, давайте вже такий останній акорд на сьогодні. В нашем эфире. Смотрю, что гитара горячая, струны горят. Что за песня будет песня на прощание? Сама песня. Это песня, яка це про мою маму, яка за кордоном, та підбиває старого.
В Італії, наверное. Ні, в Іспанії. В Іспанії. Так, і це. Моя мама дуже не любить мою першу дівчину, не любила. Бо моя перша дівчина мала намеки на нашу квартиру, щоб приписатися. І мама, мама дуже її не любила. Страшна жінка. І що? Так, а де перша жінка? Куди вона ділась? Вона, ми з нею розсталися. Мама, мама не дозволила мені. Мама не розрішила. Мама вплинула на мене. Мама пустила флюїри. Тобто пісня називається «Сама-сама». Цю пісню ми записали від Іспанії. Фан-клуб Дзідзо, I love you! На нашому радіо! Йой, тебе не любить моя мама. Моя мама, мама, ву-ву-ву. А ти для мене сама-сама. Сама-сама, так багато дівчат. Але я вибрав тебе. Я не вірю в любов, та це пануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію. Я до всього ревную, я від тебе балдію. Йой, тебе не любить моя мама. Моя мама, мама, ву-ву-ву. А ти для мене сама-сама. Сама-сама, сама, йой. Тебе не любить моя мама. Моя мама, мама, ву-ву-ву. А ти для мене сама-сама. Сама-сама, я не спав цілу ніч. Думав тільки про тебе. Щось від антилюбі. Срочно випити треба. Ти купила мене неземною красою. Мені кришу зриває. Хочу бути з тобою. Йой, тебе не люби моя мама. Моя мама, мама, ву-ву-ву. А ти для мене сама-сама. Сама-сама, сама, йой. Тебе не люби моя мама. Моя мама, мама, ву-ву-ву. А ти для мене сама-сама. Сама-сама, моя мама. Мама, я вас люблю, привіт! Группа Дзидзо сегодня просыпалась вместе с нами бодрячком. Спасибо, ребята, огромное. Дякуем, дякуем вам. Завтра мы обязательно придем в этот самый Библс, где у вас будет презентация. И мы вас там порвем, порвем, что вы нас будете любить. Мы готовы танцевать и веселиться. И обливаться водой. Ну а на сегодня все. Циколками. Спасибо большое всем, спасибо, все свободны. Лесик, Дзидзо, Юлик, мега популярный кто? Дзидзо, кто ж еще и что? И мега популярный бодрячком. Мы до завтра прощаемся. Ой, спасибо.